Всем привет! Сегодня мы будем готовить крошку-картошку в микроволновке. Я подготовил 5 картофелин, помыл. А сейчас для запекания микроволновки мы их, чтобы выходила влага, так, вилочкой в двух местах надколем. Его в микроволновку на 10 минут ориентировочно. А там посмотрим, что у нас получится. Итак, поместили в микроволновку картошечку и выставляем. Ну, 10 минут. Будем ждать. Картошечка наша запекается в микроволновке, мы подготовим внутренний ее состав. Возьмем колбаску, в принципе, вы можете взять абсолютно любую колбасу, мясо какое-либо. Все это не принципиально, как вам нравится, какой состав, экспериментируйте. У нас будет колбаска, сыр. Колбаску подготовили, сейчас возьмем, натрем сыр. Сыр может быть тоже любым, можете взять сырки. Достаточно. Сколько у нас тут вышло? Давайте посмотрим. Кусочек у нас был 200 грамм, ну 100 грамм сыра мы потратим. Смешиваем все это с колбасой. Добавим сюда немножко майонеза. И немножко перчика. Перемешаем. У нас еще остается до готовности. Ну и сейчас я еще достану маринованные огурчики. Мы нарежем туда небольшими кружочками нашу картошку. Ну тоже на любителя. Кто-то любит, кто-то нет. Я люблю огурчики. Стараюсь добавлять их во множество блюд. Такие вот огурчики. Мы их подготовим дольками маленькими кружочками. Вкуснотеево. Четыре, три, два. Один. Смотрим. Сейчас попробуем. Берем нашу картошинку, разрезаем ее не до конца. Вот такая вещь у нас получилась. Мягенькая. Попеклась. Горячая. Вкусную. Берем кусочек сливочного масла,
помещаем сюда. Берем нашу начиночку. Помещаем ее сюда же. И добавляем для пикантности огурчики. Кто не любит огурчики, можете не добавлять. Я же добавляю их всегда. И вот в таком состоянии мы отправим ее обратно в картошечку. Каждую сейчас начиним и в микроволновочку еще минутки на 3. Каждую разминаем внутри. Ну, в принципе, можете масло не использовать, можете побольше майонеза добавить в нашу начинку. Тоже будет, в принципе, вкусно. Огурчики и микроволновку. И так поступаем с каждой картошинкой. Масло начинка. Ну вот, все картошечки мы начинили. Микроволновочку. И на раз. На 3 минутки. Вот такое великолепие у нас получилось. Вот такая картошечка у нас получилась. Немножко тут растеклась, мягенькая, вкусная, ароматная, запах обалденный. Зачем переплачивать за какую-то крошку картошку, когда все это дома делается буквально за 15 минут. В принципе, вы накормите всю семью, своих друзей. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Буду рад вас видеть. Пока-пока.